Родиной и центром сервированных столов был Харлем. Предпосылкой создания этого типа натюрморта было широкое распространение еще в XVI веке портретов участников стрелковых гильдий во время банкета. Постепенно изображение накрытого стола стало самостоятельным жанром. Набор предметов, образующих натюрморт, первоначально включал традиционные для голландцев продукты – сыр, ветчина, булочки, фрукты, пиво. Однако потом в натюрмортах все больше стало появляться характерных для торжественных случаев или столов зажиточных горожан яств – дичь, вино, пироги. Самым дорогим был пирог с ежевикой. Помимо традиционной селедки появились омары, креветки, устрицы. Стала использоваться и дорогая посуда из серебра и китайского фарфора, кувшины, тацы. Особым вниманием художников пользовались бокал, рёмер, баркемайер, пасбокал, флейтбокал, венецианский бокал, акелей-бокал. Наиболее изысканным был кубок наутилиус. Частыми атрибутами натюрмортов были соломка и столовый нож. В качестве колоритного пятна нередко использовался наполовину очищенный лимон. Одним из самых ранних натюрмортов, демонстрирующих сервировку голландского стола, является накрытый стол Николаса Гиллеса. Художник в своих картинах использовал повышенную точку зрения. Для натюрморта Флориса Гейтса ван Схотена характерна многосложность. Он использовал большое количество предметов, причем основным предметом часто была горка сыров. В ряде случаев он использовал прием перемещения акцента натюрмортной группы в сторону от геометрического центра картины. Значительной фигурой этого вида натюрмортной живописи был Флорис ван Дейк. Центром его картин была пирамида из сыров, задний план растворялся в дымке. В этом же виде натюрморта специализировалась Клара Петерс. Она часто изображала дорогую изысканную посуду, омаров и устриц. В некоторых своих натюрмортах она использовала пониженную точку зрения, чуть ли не на уровне стола. Близкие Петерс композиции создавал Ханс ван Эссен. Рулов Куц применял прием нарочитой небрежности. Тарелка или нож на его картинах наполовину свисали с края стола. Одним из первых он стал создавать полотна, изображающие не накрытый стол, а стол со следами закончившегося завтрака, внося в картины мотивы суеты-сует. Часы, книги, упавшие виноградины. На раннем этапе своего творчества создавал картины данного жанра и Питер Класс.